Легкий, сытный и полезный суп с овсянкой готовится за 1 час, в данном случае бульон варится на перепелке, можно использовать курицу, индейку, поскольку суп диетический, все овощи бросаются сырыми. Несмотря на всю простоту данного супа, он получается вкусным и легким. Такой суп считается диетическим, готовится на бульоне из диетического мяса, в данном случае это перепелка, и не зажаривается, он также идеально подойдет для разгрузочного дня или, если хотите, просто полезного первого блюда. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. 1. Поскольку мясо перепелки считается диетическим, то на ней и приготовим наш супчик. Итак, варим мясо до готовности на слабом огне, добавив соль и специи. 2. Нарезаем картофель и отправляем его к супу, дожидаемся, пока бульон закипит, и приступаем к овощам. 3. Оправляем в бульон нашинкованный лук и морковь, поджаривать овощи не будем, поскольку суп готовим диетический. 4. Когда картофель с овощами закипят, варим 5 минут, после чего отправляем в суп овсяные хлопья. Подписка на канал, гарантия свежих вкусных рецептов. 5. Варим до готовности овсянки, а сами тем временем нарезаем зелень, любая по вашему вкусу. 6. В самом конце добавляем зелень и варим еще пару минут, после чего снимаем с огня и даем немного настояться. 7. Готовый суп подаем в горячем виде, если хотите, в тарелку можно добавить немного сливочного масла. Подпишитесь на канал, есть еще много вкусного. А теперь ингредиенты. Перепелка 1 штук, картофель 2-3 штук, лук 1 штука, морковь 1 штука, овсянка 100 грамм, зелень 20 грамм, количество порций 3-5. Щелчок, клик, нажатие на лайк, это всего лишь секунда в твоей жизни и целый поток хорошего настроения и мотивации трудиться дальше для автора. Следите за новыми видео на канале, и всем пока!